Убейте нас, кто-нибудь, мать ваша! Батя дома, кого спасать? Слава яйца, мы спасены! Яйцу, вообще-то, но... Получите ежедневный бонус. Похода все-таки нет. Не хватает золота. Но мы спасем вас через 10 часов, так что... Ты ебаба, что ли? Не, мать твою! Вообще-то мы можем спасти их сейчас. Йо, через 10 часов, когда нас спавнятся ресурсы, окей? А пока поспать можно. Да нет же, у нас же вообще... Ша-ша-ша-ша-ша. Мы не можем никого спасать, пока у нас не будет золота, окей? Как? Пожалуйста, помогите! Хозяин, ну ведь у нас есть ресурсы! Не, нету. Да, есть! Алло, я Кимарю. Хозяин, у нас есть золото! Да нету у нас золота! Слушай, я играл в эти игры миллион раз, я знаю, как они работают. Нужно или ждать, или платить деньги, чтобы пропустить. Он не слышит нас! Пожалуйста, герои! Кто не боится его переебать? Любую проблему можно решить диалогом. Слушай сюда, ты долбоин нас натрия! У нас уже есть все золото, чтобы их спасти! Что? Откуда? Мы исследовали карту! Лутались, как кролики! Я покрасилась хной! Ага. Ежедневный бонус так. Получен. То есть у нас достаточно золота, чтобы спасти их сейчас? Мы можем спасти их прямо сейчас. Вот именно, мать вашу! Подождите, но ведь тогда... Вперед, команда! Вот это настрой! Нагнем эту игру на золото! Подожди, что? Да. Я не... А как же... О, а все, он лутается. Но вы все еще можете нас спасти! Извините, но мы должны... Подождите, хозяин! Попробуем нагнуть разрябов. Давай мясо! Давай мясо!